Маша Васильевна? Царь, очень приятный царь. Маша Васильевна я? Ну там же царица была, Маша Васильевна. Прикинь, с кого-нибудь современный просто молодежь называет Марфу Васильевну. Все вообще чего. Или это Нина Ильинична? Блядь, да чё ты всё хочешь меняться, придурочный? Задолбал ты, на сюда встану. Ты мне пешку выиграла, хочешь поменяться?
Импровизация! Блять, ну ходи быстрее, ё-моё. Тугодум. По-бому там думает, наверное, с этим. Со звонком. Всем до тусовщик. Я прям в самом начале. Так, попробую еще. Ты хочешь? Это дополнительный был раунд. Я там, да, дополнительное время победил. Я секунду буквально секунду. Привет. Здорово. Слушай, есть лед? Да? Да, ходи. Сколько у меня рейтинга? Внимание! Это человек... 1680. А, ну хоть не стыдно.
4. Ничего себе, я проигрываю. Я еще и проигрываю. Yeah.
давай сюда. А, не так. Да. Да, немножко я тут ошибся. Смотрю, и вроде мне нравится. Какой-то странный. Ну,
Катя хочет от Геннадия, да? Какая молодец. Так. Чтобы обратно ух ты, а чё я ещё? Не сильно. Не получается. Ползать пытается. Все четыре него. 0-0, да? Наша импровизация называется суплёк. Актеры будут разыгрывать сцену, и иногда им нужна будет помощь. Они будут делать вот такой вот жест, пальчиками вот так вот щелкать. Это значит, что им надо сбросить слово. Бросили любые слова, которые делают в момент. Я один, ты. И один. И сам Суплё, только ты. Будут участвовать Дима Котов и Сережа Матвиенко. Поэтому жена у нас Сергей.
Спасибо, 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 спасибо.